Неплохой советский бункер, парни. Куда бежать? О, что-то взрывается, кто-то стреляет в меня уже. Что? Я застрял. Влево, вправо, носа! Мы только что прибыли на территорию советского бункера. Сейчас мы найдем вход и столканем. Пацаны, ярус один. Что? Никаких остановочек нас встречает. Настоящий жир. Настоящий жир. Откройте. Заваривайте за мной двери. Я отправляюсь исследовать загадки. Ребята, здесь кто-нибудь есть? Если что, выходи, не бойся. Уходи, не плачь. Ого. У кого-то был здесь первый контакт. Мне что-то показалось или были какие-то... странные звуки. О! Пожалуй, я пойду в другой вид. Помогите, откройте дверь. Но не открывается. Ладно, нам придется столкать. Берем телегу и едем. Он исчез. Он исчез. Не знаю, радоваться мне или плакать. Где этот парень? Where is this boy? Что за звук? Как будто какой-то дед мне хотел рыгнуть на ушко. Хватит нагнетать атмосферу. Покажите мне уже real shit. О, а это психкабинет. Да что такое-то? Хватит меня изводить. Вы хотите занизить мой... Хотите занизить мой рассудок? Не получится, пацаны. Я проходил тренировки. Вы играете в Гарри Смот. Меня начинает напрягать. Опа, опа, опа! Что? Карантин закрыт. Ну ладно, пойдемте. Чё? Чё за звук? О, блядь! О! Пацаны, объясните мне, что здесь происходит. Может быть, у тебя есть ответ? Пацан хотел меня схамать. Тихо, опять началось. Где? Ой, блин. Че, убежал, не? Слышь, парень, мне пройти надо туда. Че думаешь, я тебя не вижу? Это мерзко. Можно я куда-нибудь отойду в сторону? Где ты? Хватит ругать мне в ухо, я тебе сейчас... Покажите мне этого деда. Блять, это что сейчас было? Реальная падаль меня схавала только что. Пойдемте еще раз спустимся. Ну-ка, помогите мне. Спускаемся вниз, будем делать реальную грязь прям. Что за звук? Что такое? Бежим. Блин. Нахер такой делать белый шум? Я спущусь с правой стороны. Помогите. Класс для обучения. Я готов. Блять. Нет. Он, походу, меня тоже испугался. Так, если что, я повар. Пирожки, мороженое. Смотри, он мимо прошел. Он испугался грязной тарелки, из которой я ем. Бля! Продолжаем гнаться за ним. Он испуганный. Он сам боится меня, я его зашугал. Смотри, убегает от меня. Куда ты, молодой? Тихо, мы слишком близко подобрались. К нашему объекту стой. Куда? Ну кто теперь за кем бегает? Потому что я здесь страшно. Блин, ну что такое? Мерзко. Мерзкие. Так, все, пацаны. Нам нужно срочно попасть в комплекс. Скорее, кнопочку жми, советский Петрович. Спускай меня вниз быстро. Где, куда нам? Вправо. Сколько раз я уже ошибался в этом. Кто пшикнул только что? Я аж назад развернулся. А! О! 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 Августин! Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Этот хера! Блин! Что-то до мурашек дерьмо дернуло. Неплохой советский бункер, парни. Йоу, бой! Let's go, bitch! Блять, кто меня убил? Этот лифт уже все зашерудили. Дайте-ка я поссать схожу. Мистер Дмитрий выходит на охоту. Let's go! Я преодолел! Я преодолел! Хуй его! Никакие деды... И, блядь! Кадокаталашка, еба... Девочки хотят забрать мою девственность. Нет! Я понял, короче, на улице вообще небезопасно стало. Ноу! Замурчательно. Куда бежать? О, что-то взрывается, нахуй. Кто-то стреляет в меня уже. Что? Я застрял. Влево! Вправо! Носа! Моя психика искалечена окончательно. Бесповоротно какой-то деревянной девочкой. Возьми мою шестерку. Не заходи, блядь! О, смотри, сдер... Блядь!
все, пацаны, я ливаю отсюда. Пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд. Чё ты, блядь, шепчешь, а? Всем пока!